Всем привет! Вы на канале Фортун ТВ. Звать меня Валентина для новичков. Так, сегодня будет видео о пустых баночках. Не буду никому объясняться, что купила или что было в подарок. Я считаю, то, что это вообще абсолютно не важно. Мне ни к чему сплетни. Я просто объясню сразу, то, что я на ютубе с чужих людей ничего не беру. В общем, вот так вот. Если даже и кто-то мне что-то подарит, я здесь вообще теперь больше ничего говорить не буду. И даже что купила, потому что сплетни мне это вообще не нужно, чтобы скандал в семье моей потом не разносили. Сплетни это вообще, в общем, кому нравится, смотрите, кому не нравится, ну, как говорится, это ваше дело, тогда смотрите другие каналы. Так, все, для тех, кому интересно, закончились такие губки кухонные, Фрекен бокс. Да, вот так. Такая вот упаковка. Очень хорошие губки. Кстати, оставляю отзыв. Для кого это хозяюшке нужно? 5 штук. Очень хорошего качества. Так. Буду убирать с экрана. Потом мыло с алоэ вера от Дуру. Будет немножко отсвечивать, потому что у меня солнышко. В общем-то. И, в общем, думаю, то, что потом нормально прибавлю. Ну вот вообще-то вот так вот. Да. Такая вот упаковка. Очень хорошее мыло. Никаких нареканий. Потом еще попробовала тоже мыло от Дуру. Мицеллярный уход. Мягкое очищение кожи. Вообще обалденно. Мне понравилась такая вот упаковка. Здесь сколько? Еще даже не знаю, написано. Сколько граммов. Ну, в общем, небольшое, но очень хорошее. Хозяйство мыло закончилось. Вот такую вот. Кстати, солнышко начало вообще. Не знаю, попробую я, конечно, подзакрыть. Не хотелось, чтобы было темно совсем. Ну, что делать? Не знаю, как снимать уже эту видеосъемку. Здесь вообще ничего не видно. Сейчас, минуту, ребят. Ну-ка, попробую вот так вот сейчас снимать. Выключила свет, потому что в комнате. В общем, такая вот упаковка. Здесь хозяйственное мыло. Обычное мыло, хорошее, кстати. Хоть и бюджетный вариант. Потом закончилось такое вот мыло. Атакей. Мандарин, белый чай. Очень хорошее тоже. В общем, не сушит кожу мою. И мы с мужем так пользовались им. Потом, что могу рекомендовать? Такую вот шампунь, я ее просто перевернула, она вот так вот у меня заканчивается, я ее перевернула, чтобы до конца ее использовать. В общем, я отзыв оставляла в сообществе. В общем, мне очень все подошло, очень спасибо огромное, это мне было в подарок. Так, я считаю, это не важно, но для кого это будет актуально, я на ее отзыв, кстати, оставляла мыло голову. Вот. Так, шампунь пока так оставлю, потому что она должна у меня стечь остатки. Потом понравилось для мытья посуды алоэ вера с энергетик. Не побоюсь даже рекомендовать. Вот. Такая вот баночка. Да, я думаю, это же новинка, уже все пробовали блогеры. В общем, антибактериальный гель. Отличный. Немного надо вообще на губку и очень хорошее средство. Так, следующее. Пакет у меня упал. Закончились такие две зубные пасты. Вот так вот, вот что ли, видно? Аквафреш. Мягкая защита 3 в 1. Ну, неплохие для своей цены. Как бы мятная. Вот мятная, но очень хорошая, мне понравилась. Вот здесь вот упаковочка. От ее у меня осталось. Но солнышко мне прям вообще все портит. Буду как-то потом делать освещение. Лечебная травма. Такая вот зубная паста закончилась. Не знаю, вообще видно вам? Ничего не видно. Так. От черного жемчуга такое вот средство для глаз у меня закончилось. Крем для век, да. Вообще хорошее тоже понравилось. Как обычно, крем для ног закончилось, очень хороший, с мочевиной, самый любимый крем.
От Colgate. Это муж у меня использовал. Зубная паста. Для него нормально, он говорит. У меня закончились такие витамины от Комплимвит. Их регулярно потребляю. Так. Тесс. Зеленый чай. Такая вот пачка. Закончилась. Так. Потом новинка для меня от Гюртис. Здесь идет зеленый чай. Персик. Вообще, девчонки, присмотритесь к этому чаю. Обалденный чай. Новинка, но вот он сейчас даже вот он лучше, чем Тесс, мне понравился. Намного. Он ароматнее. В общем, сразу вот вы почувствуете, здесь он с каким вкусом. Сейчас я вам скажу. Здесь написано где-то было. Я читала. Да, вот здесь вот зеленый чай с ароматом персика, лемонграссами, лепестками роз. Насладитесь ярким вкусом для новых открытий. Вообще обалденная новинка, вообще крутая. Так. Потом еще такой вот чай мне понравился, зеленый тоже. Он здесь идет, сейчас скажу с чем. Так. Апельсин, имбирь, чай зеленый, байховый, ароматизированный. В общем, с имбирем. Классно. И, по-моему, апельсин. Да, апельсин, имбирь. Очень хорошее, вкусное сочетание. Так. Потом, это приправа для всех блюд у меня закончилась. Следующая. Такая вот вермишель закончилась. А такие. Сейчас уже я вермишель не беру. Так. Потом баранки такие вот, в общем, закончились. Это тоже у меня еще в подарке было. Такие вот две упаковки баранки. Со вкусом ванили. Они намного вкуснее. Волжский кетер. Волжский кетер. В общем, все. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч!